Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ВЛТВ Легенда, космохимики, тучка Госдума, Гусоняк, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Сегодня у нас будет очень классная рубрика, которая вам нравится. Пила гоняется за нами в лабиринте. Если хотите кушать, приятного аппетита, а я начинаю всех пилить и мочить. Погнали. Пацаны, даю вам 5 секунд для того, чтобы вы убежали. 5, 4, 3, 2, 1, погнали. Ладно, я вас буду щадить. Вот это звук пилы громкий, но я не буду его специально стоп-саунд делать, чтобы пацаны слышали, где я лечу. Нет, вон она. Смотрите, первый пошел. Сейчас они будут по-любому здесь все пробегать, смотрите. Так. Есть! Отлично, нас теперь уже двое. Ребята, обязательно ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. И тучка! Я тебя слышу. Как тебя, ну, плащ твой тебя спасет, как ты думаешь, или нет? Конечно. Вистра плащ. Еще раз. Тут повезло тебе, повезло. Стоять, кому я сказал. Нас уже двое, мы теперь можем окружать по красоте вас. Давай, бери его в коробочку. Ну. Нормально тут в пиках бегаю. Смотрите, сейчас мы сделаем один очень классный прикол. А да, уже пила летит вверх, я уже вижу это. Запилил? Не запилил, повезло. Вот, смотрите, гонится за человеком. Так. Давайте будем действовать на опережение. Жди, где он? Вот он. Ой, я сейчас сделаю немножко хардкорнее. Я сделаю стоп-сон, чтобы пацаны не слышали, где я. Это гусанёчек! Гусанёк! Ну, стоять! Давай, мы его вдвоем сейчас запили, мы сможем. Давай. Так, осторожно. А, блин, так что эти рикошеты делают? Вы бьетесь там что-то. Ну, мы специально это делаем. Ты уже на башне? О, давай, короче, ты их скидывай, а я буду их внизу ждать. Ладно, я не у башни, я обманул тебя. Ах ты хитрый жук, обманщик. А где вы все? Да мы тут бегаем, я тут вообще в тупиках лазил. Вот, вижу, еще один бегает. Кого ты видишь? Ну, там один человек такой в плаще бегает. Да? Да, это ты. Да? Да. Давай его будем красиво окружать. Красиво окружать. Раз он бежит туда, я тогда бегу. Ах ты хитрый жук, спрыгнул вниз, молодец. Наполовину обманул нас. Так, а я здесь буду его ждать. Стоять! Да ну ты наступил на меня, ну так нечестно. Стоять, говорю. А, я думал, это тень ваша. Да блин, да. Ты красиво перепрыгнул. Последний момент запилил прыжок, это было эпично. Да блин, мы взлетаем до... Ах ты хитрый жук, ребята, как он нас обманывает. Ну быстро стоять. Вот. И... Да ты, плащевой человек. Вот, я его догоняю. Догоняю. Да ну блин, ну как... Ты смотри, у нас двоих может обмануть. Вижу жертву. Так, отлично, спускаемся. Убил? Нет, не распилил, хорошо. А где у нас кусанёк? Я не понял. Пила. ЛТВ, уйди. Эй, новая пила. Эх ты как? Да как ты это сделал? Да, ну ты, гусанёк, ну стой, пожалуйста, я тебя не буду убивать, обещаю. Я не могу. Даю слово и тучки. Да ну... Да почему здесь тупики везде? Сейчас я его поймаю. Я просто стоял на месте, ты сам на пилу наткнулся. Ну, гусанёчек. Ну, ты же сказал, что ты шаришь в этой теме. Так, давайте за итучкой пойдем. Вот, да, в смысле? Ожидаем. Ты... Это же а место, где был и гусанёк, давай. Да и... Да в смысле? Как? Да ну как? Да фу. А есть, молодец, гусанёк, ты красавчик наполовину. Я хотел тоже это сделать. Ты не хотел, ты... Хотел. Да. Да. Ну нормально разговаривай с пилой. Ну, здорово! Ну блин, ну красиво ты напоймал меня. А кто последний остался? Так подожди, еще двое человек, да? Я вижу людей. Вижу. Вот, смотри, какая толпа преследует. Так, опережаем. А блин, вонючие стены, я ударяюсь об них. Стены. Не, ну классно, что можно пилу перепрыгивать. У нее хитбокс такой, как она и есть по размеру. Че, а где он? Опа. Я же видел тебя, так а что здесь? Вот он здесь. Следующий раунд буду выживать я. Я покажу, как надо. Я не понял, а где он? Ты же сказал, что возле вышки. Вот и точка здесь у меня. Блин, никого не вижу. Ты это дальше не могу. Вот, пацаны, сюда. Да куда сюда? Ну куда это сюда? По компасу скажи направление. Он убежал из-за вас. Да в смысле? Ты не замечаешь, что мы как бы все пилы? Ну? А вот, вижу, нашел. Ну, мочи его. Есть. Опережаем.
Вот-вот-вот, сейчас он пробежит. Вот здесь. Значит, мы его будем ожидать здесь. Давай, я тебя жду. Вот-вот-вот-вот. Есть контакт! Космохимик! Так, пацаны, а кто еще живой? Легенда. Легенда? Легенда, ты что? Это который маньяк на заборе. Ты после ролика будешь слагать легенды про нас? Байки будет. Я его нашел. Я тоже. Небылицы. А где он? Дайте инфу. По центру лабиринта, с края. Где-то по центру. Где-то по центру, да. Ого. Эй, ты где? Выходи, после труп. Есть. Ну, раз легенда у нас слился, значит, он и будет начинать. Раунд номер 2 начался. Теперь я покажу, как надо выживать и быть победителем в этом раунде. Давай, легенда, покажи вещи. Хорошо. А где он? Вы его видите? Если что, кричите со всей силы. А я на вышку бегу к тебе. Все, давай, будем тут его троллить. Где он? Да не кричи, ты так, я испугался, блин. Где же он? Вижу, вот он летит. Вот, приближается. Он все ближе. Он сейчас человека запилит. Ну, беги! Ну беги! Молодец, давай к нам. Если ты будешь по лестнице подниматься, ему будет очень тяжело нас замочить. Там их двое, Госдума, бегите! Там ЛТВ прям в смерть прыгает. Поднимается. Так, отлично. И точка, бежим. Да не бегите, он еще время есть. Что ты сделал? В воздухе убил! Да ладно, ну это нет! Да пацаны... Да, конечно. Да ну это какой-то баг. Вы видели, это из игра из, блин... Да как это такое может быть? Да это нечестно было. В смысле? Да ладно, честно. Гусанёк, ну живот твой. Мне нравится, я хочу его распилить. Знаешь, убери гравитиган, я тебе его, знаешь, куда засуну? Ай-яй-яй, на всякий случай. Вонючий случай. Вонючий. Не говори так. Все, улетай давай, я пока отдохну. Хорошо, согласен, давай. Так, а я пойду тогда вычислять, где другие пацаны. Вижу одну жертву. Так, смотрите, если он бегает там, значит, он пробежит сейчас, знаете где, правильно? Вот там. Ну как всегда, блин, ты что, все знаешь, что ли? Да, так я потому что краю не запилу. Вот. Отличная тактика. Сейчас он пробежит здесь. Ожидаем, хоть кто-то должен... Плохо? А ну вонючие стены, ну хор... ЛТВ, к тебе пила за, там за вышкой летит. Вон. Ого! Давай, пили его. Там сзади тебя! Да блин, он хитрый жук, он спрыгнул с другой стороны, это очень сложно. Контролируй. Контролирую. Я жду, что вы по-любому будете все пилами. Вы должны в нашу семью вступить. У вас семья какая-то не очень, знаешь. Да ну зря ты так говоришь. Так, ЛТВ приготовить. Смотри. Да, смотришь. Эх ты, блин, Гвоздова, молодец. Успел в последний момент. Хитрый жук. ЛТВ, ты же сказал, что ты умеешь играть хорошо. ЛТВ меня предал. Разгоняемся и удар. А ну блин, ну не могу я так делать, как надо. Ты шо, я только что руку с мышки убрал. Да ну блин, как тебе замочить, вот скажи. Да ну как? Хитрый жук ты. Я еще и камеру поворачиваю. Госдума, да. Ну куда ты убежал? Ну стой. Ну, я не буду тебе ничего делать. Вот посмотришь. Вот постой чуть-чуть, на секунду. Ах ты, стоять! Пацаны, я Госдуму преследую. Преследую. Он уже от меня не уйдет. Все. Еще здесь. Ах ты, блин, да не смог. Ну да, так, ё-моё, конченые стены. Блин. Госдума. Гусанёк, ну что ты делаешь? На, есть, космохимик. Вот это ты сальто запилил. А говорил, я не умею делать сальто. Нормально же сделал. Недострение просто отлично же. Надеюсь, вы смотрите мои ролики и немножечко улыбаетесь. Пила, здорово. Ты кто такое? Это я. Пацаны, я вас жду. Давайте, летите сюда за вышки. Тут внизу бегает и тучка, мы должны его слить. Я тебе сейчас такой классный... Вот, сделаю. Отлично. Все, я контролирую поднять. О, две пилы прилетело. А вот сейчас посмотрим, как и тучка будет тащить. Ладно, давайте я его тоже здесь буду ждать. Давайте втроем будем его гонять. Вот это было круто. А шифт тут работает? Шифтом можно как-то или нет? Нет, шифт не работает. Так, перекличка, кто живой? Мы всех убили? Все, и тучка, теперь ты быстро должен начинать. Вау, так я уже все, я готов как бы. А, да? Ну все, подожди, стой, дай мне время улететь на край карты. Лети. Раунд номер 3 начался. Вот сейчас я точно покажу, как надо выживать. Ловите меня. Эй! Ты немножко не долетел. Так, ты так и продумал, так и должно быть?
Наверное. Он только что меня в воду закинул с Ингрейти Ганом. Эй, правильно сделал. О, здорово, все, пацаны, мы все на вышках, стоим, ждем. Я, если что, вам план отхода сделаю. Хорошо, это какой? Ты просто их подкидываешь. Вот он летит. Я манал, я заранее спрыгну, я уже не хочу сливаться. Да фу. Ух ты, вот это определение. Хорошо, что у нас стоит обычный урон от падения. Я уже слился 10 тысяч раз. Вот он летит, все, короче, надо бежать резко. Резко прям? Резко. Я его вижу. Беги, 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 там тень от него есть. Так. А мы убегаем. Опа, я слышу, он сзади. Так, я буду делать, как и они, постоянно манцевать в разные стороны. Маншевать? Маншевать. Пацаны, кто первый сольется, тот лох. ЛТВ, давай ты будешь как бы хорошим человеком, пожалуйста, подайся. Я придумал, что надо делать. У меня есть очень хорошая идея. Есть! ЛТВ, ты молодец. Дима, а, это Гвоздума. Молодец то, что он сдох. Он чуть-чуть лох. ЛТВ, прости. Ну зачем ты его сюда привел? Я видел, как ты, господи, я хотел зашкериться, как и я. Блин, а когда бегу, я ноги поджимаю, когда бегу. Я с тобой хотел спрятаться. Блин, ты его только привел ко мне, хотя мне кажется, он увидел и меня. Я слышу, как он об стены бьется. Так, их уже двое, ребята, сейчас очень опасный момент, когда я должен затащить. Ну, хоть один раунд выиграю же, ну, да? Так. Ах ты! Опачки, я тебя обманул. Опа, не получилось у тебя. Беги, беги быстрей. Он сзади. Чего? Да что ты, не пугай меня так, я должен выиграть. У меня легенда обманывает, сюда иди. Ну так и должно быть. Так не должно быть, это, да. Они рядом? Где? Я слышу этот запах пилы вонючий. А так, знаешь, пацаны, я запах слышу? Приблизаю шквышки. Да я уже заговариваюсь, я переживаю, хочу затащить хоть раз в жизни. Да блин, я вижу тень, это очень хорошо. Так, я уже ближе. Ох ты, блин, ты рядом был. Ну не получилось. Пацан к успеху шел. Не фартануло, не получилось. Видишь? Да ну нет, да ну нет. Ну и тучка, ну что ты сделал? Ну и все, я на тебя не обиделся. Так, все, я вышел на охоту. Пацаны, а кто живой? Я. Ого, вас еще понаплаждалось тут. Блин, я тоже хотел выиграть. Опа, с легенда слился. Космохимик, молодец. Я же выиграл. Спасибо, Дима, то, что я... На! Да ну как? Да ну блин, да ну что ты? Сейчас он тут будет пробегать, смотрите. Сейчас. Говорить. Ожидаем его, сейчас он тут пройдет. А вот он. А нет, не прошел. Значит, здесь пройдет. Я вот он! Эх, ты, блин, не успел! Ну еще чуть-чуть! Ну иди! Ай! Ой! А что, жизнь отнимаете у меня, ну пацаны! Это случайно. На тебе, щенок! Я знал, что я тебя солью. Так, кто еще живой? А все? Всего? А все? Гздума! Давайте почитаем, кто сколько раз победил. Я один. Ничья, значит. Ничья, значит. Значит, победила дружба. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Ой-ой-ой, как дело по ушам.